На его себе. Серега, смотри на полы, кто там валяется. Ах! Если что, я увидел этот топор по голове, это было мощно. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Кошак, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Привет. Сегодня мы играем на карте Балди. Я буду играть за Хэдкраба. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Пацаны, сегодня все не просто так. Вы можете использовать монтировку против Хэдкраба, чтобы было хоть какое-то у вас защита против моего мощного мордоплета. Мордоплёта вордоворота. Так легко было и все? Я уже вселился в одного из вас, начинаем мочить. А в кого ты вселился? А я тебе не скажу. Ты же Хэдкраба взял. А я на голову напрыгнул. Он ни в кого из вас не вселился, Алёша. Я на голову напрыгнул и бегаю, вот я. Иди сюда, иди сюда, эй! Бейте его. Я тоже буду бить вас. Вы что думаете? Хорошо. Обоссали. Сегодня я буду один Хэдкрабом играть. Вы будете все выжившие, потерпевшие. Да, Сережка? А ну иди сюда. А ну иди. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, чувствую в этой серии точно, что чужой придет и будет вас наказывать. Кстати, чужой, кто не знает, это родственник Хэдкраба. Серега, я тебя буду мочить. Да не меня бей. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, пошел, 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 грамотей. Так, надо мне на крысу как-то вселяться в вас. Зря ты со мной решил повоевать, зря, зря. Я же все равно выиграю. Вот, вот, видишь? Побежал, побежал. Будем двери закрывать за собой. Я вижу. Ой, тут не обстоятельства. Да он мертв уже, зачем? Они труп пинают. Так, 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 надо на крысу. Ищите по углам, он сказал на крысу будет. Пихана. Ой-ой-ой, красиво, красиво, фигачу, пацана. Есть, Серега, есть! Я еще на папайруса никогда не запрыгивал, костяная башка. Да ну что ж вы. Меня ты че бьешь? Так. Отключите Рюга. Мое лицо. Пошел, пошел, пошел. Эй, у тебя что, бессмертие? Нет. Я вижу Димаша. Да вы что? Читерскую монтировку нельзя брать, я буду банить. Это секретная монтировка Фримана. Да какая она секретная, она читерская, ты бегаешь неадекватно быстро. Есть! А вот теперь я буду убегать. Не-не-не-не-не, хлопцы. Я побежал, я вспомнил. Надо купить так, молока с солью. Тихо-тихо-тихо-тихо, убегай. Ой. Ой-ой-ой. Стоять. Нельзя стоять, надо бежать. Давай, по жопке ему. Хорош. Хорошо, я хотел с вами по-хорошему, вы не понимаете. Я тебя топором сейчас отфигачу, где ты? Где ты, я тебя топором... Слышишь этот звук? Слышу. Да, я его слышу. Ну, в кабинете сидит в одном. Все, молодец, молодец. Ну а что ж еще делать? Да хватит мне пинать. Пинай его себе. Серега, смотри на полы, кто там валяется. Ах! Если что, я увидел этот топор по голове, это было мощно. Хэдкраб против вас не работает, надо брать реально чужого. Отлично. Мне это нравится. Ну, Серега, ну дай хоть повыживать в кишках, у тебя кишки вкусные. Нет, нельзя вонючие. Надо кишки. Иди вон. У тебя не вонючие кишки, они у тебя пахучие. Лист вонючий, пропах говном. Так, я буду тут стоять и чекать. Давайте удалим дверь. Ребята, он взял чужого, так что будьте аккуратнее. Один из нас импостер. Компостер. Я сейчас кого-то вселюсь, если пройдет 30 секунд, я буду вас всех мочить за здорового чужого. Не давайте ему вселиться, ребята. Я не буду спрашивать, как это не давайте. Я возьму и вселюсь. Я слышу.
Ой, тоже. Надо заманить кого-то сюда в комнатку ко мне. Опа. Серега, тебя что ли? Ну Серега, ну не убивай! Нельзя стоять рядышком. 30 секунд не даете повыживать. Надо срочно 30 секунд, чтоб не заметил. Как же мне вселиться, чтобы вы не заметили? Ну Серега, ты сегодня такой желанный мой. Вижу. Ай. У меня. Нет. Тебе? Я не в нем. Вот вы жесто. О! Серега, это копье, аккуратно еще поранишься. Да, блин, да было больно. Так, мне нравится, что на этой карте есть рандомный спаун, поэтому это очень прикольно. Так, тут не закрыло. О! И фиг знает, где ты появишься в следующий раз, да? Да-да-да, я заныкался в 2D текстурке. Такой движ. 7 человек против одного чужого. Захватили школу, чужие. Скорее люди. Нет. Вам так кажется, что вы будете выживать. Пришел, где-то здесь, Серега. Где-то квакать. Так, бежит. Серега только. Да. Да он из-под тишка на тебя прыгнет, и все, и Сереги нет. А ну иди сюда. Опа! Опа! В кого он вселился? Не знаю. Да вы убиваете так быстро друг друга, я все-таки выхвачу тот момент, когда вы не поймете, в кого я вселился. Я это сейчас сделаю. Слышите звук хруста, смотрите под ноги. Я вижу его. Зачем ты подсказываешь, как выигрывать меня? Ладно, не делайте, как я говорю. Делайте, как вы думаете делать. Опа, пролетел. Димас, сейчас получишь. Он в меня. Вселился. Да нет, я не вселялся. Ракеты под себя. Да я не вселялся ни в кого. Ракет, о. Ого, ничего себе. Да ничего себе. Я один, а вы убиваете друг друга. Обстоятельства. Я где-то вижу, точнее, Димас. Убегай, 30 секунд, убегай. Я должен встать большим. Давай, убегай, 30 секунд. Так, 10 секунд уже есть. Это прикольно, что двери можно убивать. Так, 15 секунд. Да как вы угадали, что... Вон он пролетел. А, есть. Да Серега, ты сильно глазастый. Нельзя быть таким глазастым. Это плохо, это запрещено законами физики Вашингтона. Вашингтона, да. Да вы хрякаете и хряскаете. Хрюкс. Я вижу его, вот он. Мочите его, гнобите, бейте его. У меня. Так, все, надо прекращать эту вакханалию, надо красиво вселиться в кого-то. Так. Опа, есть. Оп, нет. Да повыживай 30 секунд, ну пожалуйста, ну выживи. 30 секунд несчастных. А кто? Плохо я не могу управление брать. Да делали бы мод, когда я вселяюсь, я управляю персонажем. Очень было бы круто. Кто? Красиво, чувак. 10 секунд осталось. Ну, давай. Это кошак. Да это не я, это не он. Нет, вы его не можете убить. Сзади, Серега, сзади. 5 секунд. Нет. Где он? Он ни в кого не вселялся. Отлично. Он, короче, в нычку этой карты пошел. Сейчас я пропишу килл, чтоб я был смертным. И все, и начинается веселье. Наконец-то, я знал, что я в кого-то вселюсь. Антан, ты какаха, быстро все в столовую. В столовую? Я в столовую еду. Ой, лечу. Давай, лети. На обед сегодня свинец Димасу. Так. Доставим пушки. Ой. Вкусно. Ой-ой-ой. Тихо. Немножко. Ребят, это остерегайтесь меня, я могу убить вас случайно. Атали. Тихо, быстрее, найкася! Быстрее! О господи, что ж вы так дамажите? Что за оружие у вас читерское?
Так, надо встать вот тут за углом и через стенку вас фигачить. О, привет, как дела? Да ну эти шары, они не читер, о, читерские. Они не читерские, это... Хорошо, хорошо. Он опять там кого-то вселился, я слышу. Отлично, отлично. Так, прописываем килл, чтоб я умирал. И сейчас я вам задам жары. Сейчас я все сделаю. Ой, ой. Серега, ты спаун поставил? Так ничего. Да. Так, надо тебя вынести первого. Ты сильно очень хорошо играешь в Гаррис Мод. Надо вон тебя наказывать. Улице. На улице был. Да какая улица? Да вон, бегает. Хвостиков видно. Быстрее, чужой. За что ж ты кого медленно, а? Вот это веселье. Так, так, ой, извиняюсь. Аккуратно. Шарик. Так, я смогу вот так убивать, если я... Сейчас, подождите. Чуть-чуть выше надо. Мы тут сами себя убиваем. Ой, ой-ой-ой. Тишина страшная. Тишина смерти. Ой, я его вижу, вот он. Да вы задрали видеть меня, блин, уничтожили в говно. Так. Не удалось тебе спалить. Опа. Да меня-то... Да ну все, я улетаю, вы мне не даете быть чужим нормально. Увались, увалися. Извиняюсь, обстоятельства. Что-то такое безумное. Безумный Джон. Любишь убивать. Так, а теперь я буду играть очень красиво. Давай, какашка. Серега, моя цель убить именно тебя. Давай, удачи тебе. Сам так, 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 так. А что вы, Серега, а что ты прыгаешь, как стрекозел? Остановись, а пожалуйста. Не-не-не. Стою. Так. Так ты же вот шаром стрельнешь сразу, я знаю вот тебя. Да он тоже улетает. Да вы задрали! 20 хп осталось. Вы какие-то вообще психи, что ли? 20 хп. Мы рабочий класс. Сейчас я Серегу выслежу. Так, 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 так. Где-то бегает, слышу. Серега, он пытается под тобой залезть. Да-да-да, ты правильно говоришь. А чё, Серега, ты тут стоишь? Не хочешь выйти никуда? Защищаем Серегу, ребята. Наша задача защищать. Да вы убиваете друг друга, а не Серегу защищаете. Прячься, Серега. Куда слушаю, не надо. Лучше прячься. Сережа! Иди кушать супчик. Он под тобой, Серега. Да ну это невозможно, это невозможно. Вы сильно мочите, вы сильно наигранные. Надо играть с новичками, которые даже оружие не могут брать. Да, это скажи, что нельзя так сильно играть. Наоборот, нужно, в этом есть прикол игры, чтобы мне было сложно вас выиграть. Слышу его где-то. Слышь, да как этот шар отскочил мне в голову? Ну как? Это настолько рандом был, рандом-дом. Рандом-дом. Я чисто это от фонаря туда выстрелил. Да вы задрали. Серега, ну пощади, ну пощади. Нет, никак пощады не будет. А ты слышишь, да, зайти в обычный коридор, где мало места. Да, очень сильно судимо. Обоссался. Я тебя сопровожу. Или ты, а, блин, а! Да как? Обстоятельства. Эй, у меня гвозди в голове. На тебе за это. На еще раз. Я буду в столовой стоять. До посинения. Да. Так, пока Серегу никто не охраняет, я лечу туда. Да вы задрали, да, уже все тут. Красный. Я сейчас Серегу вычислю, я сейчас Серегу убью.
Ой, так. У меня шнурок развязался. Горы. Да, Серега, это не ты был. Блин, подставили свое тело против меня. Серега спас. Ой, ой, ой. У меня для тебя сюрприз, Димка, когда ты ко мне придешь. А вот его видно, смотри. Да блин, вы задрали гвозди, видно, реально. Гвозди. Так, 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 Сережа. Серега, послушай внимательно этот звук. Да блин, я испугался аж. Это было жестко. Ой-ой-ой-ой-ой. Все чужие умерли успешно. Хэдкраба убили, чужого убили. Сегодня обычные игроки сильнее чужого. Я это подтверждаю, потому что вас никак не выиграть. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите следующий ролик. It's delicious.